Хот-доги доктора Диггити. Вот имидж вашей фирмы, мистер Лич. Мы провели опрос потребителей. 89% откликов скучно. Надежно. Надо взорвать бомбу. Долой ауру надежности. Хватит. Что там в сосисках? Не говорите, я не хочу знать. Это риск. Что мы продаем? Продаем искушения, страсти, животные инстинкты, ненасытность, грех. Показываем человеку, кто он есть. Дикарь в душе. Ему нужен огонь, нужна пища, и он охотник. Что он получит? Конечно, хот-дог. Мы язычники, обожаем ритуалы. Наша команда забила гол. Мы кричим, беснуемся. Что мы хотим? Мы хотим хот-дог. Обращаемся к самым юным потребителям. Детки, ангелочки. Они не ангелы, а монстры. Мы даем им сэндвичи. Они не хотят сэндвичи. Они хотят хот-дог. Теперь дамы, степенные мамаши, а также их дочки. Если задать извечный вопрос, что им нужно на самом деле? Вы знаете? Я знаю. Им нужен хот-дог. Наша кровь горяча. Нам нужен секс. Нужна греховная горячая пища. Что это? Это хот-дог. Это хот-дог. Это хот-дог. Это хот-дог. Доктора Диггити. Это хот-дог.